Привычный мир оставит за
Где-то
Christ, yeah. Стою, питає печень, просить весну. Объясню. В отсутствии лучших идей у меня есть одна. За столиком с пьяным диджеем и пью вина. На сцене какие-то геи говорят, что у нас война.
ты как думаете? Нет. Вы репетировали другую позу. We'll be right back.
Вы знаете, я сегодня стал счастливым обладателем, представителем новой гитарной фирмы Flaxwood. Они не просили меня это рекламировать, и я это сам делаю. Это первый раз я ее держу, за 15 минут до выхода на сцену мне ее привезли из Хельсинки. Это финская компания электрогитар. Делается она из картона, камня и пластика. В общем, сделаем такой эксперимент. Послушайте ее, как она вам, кто играет на гитаре, и оцените. Мне понравилось очень. Посмотрим, как вам. Flaxwood! Yeah.
Коли Болзо. Спасибо вам большое. Это были вы. Вы были сегодня главные. Если тепло, если
людей не умерли от того, что друг у друга нету нас. Мы не сдохнем от отсутствия монет и сытости в карманах. И от того, что никогда не бывать нам в тех далеких странах, хоть в одиночку, хотя бы раз, нас встречают почести, довожают палкой по спине. Все печали жили бы с открытыми глазами. Покупали и снега, и прочь от берега бегал. В плацкартном вагоне с азартом утонем в парах алкоголя, не чувствуя боли, позволь мне вернуться домой. И сиди, эти пусти на районе, в старом притоне он все еще. Бегали в танки, на перекатке, не трогать автанки. Взяли за крадо, просто не сразу. Укрылся советом и легче этого. И не простила, я сам тратил все силы на то, что остыло и безвозвратно. Но ты приятно, спасибо. Любя процесс, но помни на результате, так знать. Кто не рискует, останется с хуем. За слабой дверью вечных сомнений, лузер и гений. Перевернули, но не обманули. Когда я рождался, я знал, что да. Быть одиноким круто, если есть кто-то, кто тебя любит. Спасибо большое. Вы сегодня превзошли самих себя. Насколько этот концерт был важен лично для меня. Я сегодня буду праздновать свое второе рождение. Спасибо вам большое.